Госдепартамент перестал платить белым каскам. Госдепартамент США прекратил спонсировать действующую в Сирии неправительственную организацию «Белые каски». Об этом сообщает телеканал CBS News. Так называемые «белые каски», базирующиеся в Великобритании спасательный отряд, состоящий из сирийцев, которые прошли курсы специальной подготовки за рубежом и существующий за счет дотаций со стороны стран Запада. Ранее эта организация именовалась как «Сирийская гражданская оборона». По данным телеканала, у «белых касок» есть экстренный план, предусматривающий прекращение финансирования на 1-2 месяца, однако они обеспокоены долгосрочным замораживанием денежных поступлений. Вашингтон пошел на такой шаг из-за распоряжения президента Дональда Трампа заморозить выделение $200 миллионов на восстановление Сирии. Исходя из этого, другие программы в САР также оказались под угрозой закрытия, среди которых восстановление инфраструктуры. Тем не менее, в правительстве США прямо не говорят о сроках фактического сокращения финансирования в этой сфере. Новость размещена на сайте вседоски.com. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.com.